И нужно было делать холодные контакты, я никогда их не делала. То есть ходить по улице через флажку не делать? Да, да, никогда вообще не делала. И вообще так я разъяснилась, что никогда не попалась, что это сижу такая. И пошла по улице. Ну вот недалеко от дома остановила человека. Он подписался с Голдпаком, ну, позвала ему рандеву. Вот это был первый мой партнер в Уфае. Он отвалился через 2 недели, еще Голдпак мне даже не пришел. Так испугался, что даже Голдпак не стал мне забирать. Он живет в соседнем доме, когда едет, меня переходит на другую улицу. Ну, а дальше? Ну, дальше что? Нужно было брать каждый день 10 холодных контактов. Ну, уже потом никто что-то не брал в Голдпаке, только, ну, до кофиса. Ну, короче, платили 30 баксов для того, чтобы кто-то отстало. Да, в лучшем случае, да. Сколько надо было времени потратить, чтобы 10 контактов взять по улице, ходившей, приставая к незнакомым людям? Ну, где-то часа полтора. И так 3 года. Ну, это разные были методы. Потом мы делали, ну, надоело холодные контакты делать. Не то, что надоело. А в торговом центре еще можно было стоять. Ну, понятно. Да, везде. Да, везде. Но я к чему веду? Сколько времени вот, разными методами, но без интернета? Работали с таким вот, ну, там, то холодными, то всякими разными. 3,5 года. А с интернетом сколько можно работать? С интернетом? 2 месяца или 3. Ну, с Прав ТВ сколько работает уже? 4 дня. 4 дня? А, результат за 4 дня лучше, чем за 3,5 года? Я думаю, лучше. А когда этого не было Прав ТВ? Вот за 2 дня до приезда, к примеру. Было, да. Ну, я все равно не работала по всей системе, только на Здраво приглашала, а дальше я дорабатывала сама, ну, как сама рассказывала, в ходах там. Ну, хорошо, по-другому, значит, не так я спросил. Когда ты поняла, как Прав ТВ работает, поняла, или поняла, или поняла, как там правильно, не знаю. Да я еще не поняла. Когда ты тебя когда осенило, что, а, вон как надо работать в интернете, сейчас не надо бегать, то... Ну, вот эти 3,5 года, как бы, ну, что ты вообще думаешь, куда ты 3,5 года ушатала? Ну, я понимаю, что плюс это там контакты, список, все дела. Ну, а если бы ты знала это 3,5 года назад, то, что сейчас знаешь? Ну, я думаю, что нужно уважать свой путь. Не, я понимаю. Но человек сидит, смотрит видео, да, и думает, а я все равно буду как раньше. Буду домой приглашать, ставить доску, одевать костюм, рисовать кружочки. Вот, или буду бегать продавать по 10 бутылок буста в день. Вот. Мало ли что там они говорят, какая там система, что там ставит. Я буду делать по-своему. Вот, а прикинь, если бы вот, ну, вот я тебе говорю, если бы ты сейчас понимала, ну, 3,5 года назад понимала то, что сейчас понимаешь. Ты бы все равно продолжала по-своему делать? Нет, конечно. Почему? Во-первых, я уже достаточно это и надеялась того по-своему. И я как только увидела, что есть вот так вот, оказывается, можно. Я вообще искала, как можно, а если бы мне сразу сказали, что так можно, я бы не изобретала велосипед. Еще кто-то желает работать старыми методами по-своему, как учат спонсоры, которые не зарабатывают деньги, или все-таки прислушаетесь? Вот он, живой пример. Сайт Прав ТВ. Человек играет в игру «Адмирал». Партнер. Вот почему большинство денег не зарабатывает.